Всем привет, меня зовут Наталья. И время от времени жители Абакана задают энергетикам вопрос о том, что будет на Абаканской ТЭЦ, насколько это серьезно, опасно и можно ли без этого обойтись. Я предлагаю пойти прямо на станцию, задать все вот эти вопросы человеку, который 100% знает на них ответы. Это главный инженер Абаканской ТЭЦ Александр Александрович Поденков. И немножко забегая вперед, я скажу, что у него есть для жителей Абакана одна такая весьма неплохая новость. Некоторые абаканцы интересуются, что у нас периодически шумит на ТЭЦ, опасно это, страшно ли это и можно ли избежать этого шума? Нет, это не опасно, не страшно, это технологический процесс, это работает продувка парогревателя. Перед тем, как включить котел в параллель, значит, мы должны добиться необходимых параметров пара. Ну, на некоторых котлах у нас уже установлены шумоглушители. Значит, в этом году, значит, мы установим еще на третий котел. И останется у нас так не охвачено два котла. Один котел, вернее, четвертый, который мы сделаем, я надеюсь, на следующий год.